И здесь уместно будет сказать о проверке обратного читания. Да? Вот если кто-то оперся на один уникальный маркер, в данном случае заостренный нос, ну, там угольные брови с ними не так удобно, да, миндалевидность глаз тоже так вот ненадежно в этом плане ощущается, неуверенно, да, то, вычитая драматика, что мы с вами получим? В фигуре мы получим с вами большую широту, большую, да, такую, так сказать, меньшую удлиненность конечностей тела, менее конусообразная грудная клетка, более квадратная, более широкая, с более короткими, ну, так сказать, коренастыми конечностями. То есть вот эта широта натурала, изначальная костная структура, она здесь тоже появится. Тоже появится как результат метода обратного вычитания. Если же мы начнем вычитать с вами, да, вот допустим, сейчас оп и оп, да, если мы начнем вычитание, так, вычитание драматика в лице, да, очень хорошо здесь читается, конечно, и с вами нельзя не согласиться, лишь я обращаю внимание, что нам очень важно доминанту найти первую, ту, которая будет наиболее надежна, наиболее подтверждена уникальными маркерами. И так будет всегда. То есть даже если заметно две, присутствие двух доминант, все равно начинайте с той, которая более отчетливо о себе заявляет. Да? И если мы будем делать обратное вычитание, вычитая драматическую доминанту, то мы заметим более широко расставленные глаза, уже относительно драматических вытянутых, они будут менее миндалевидными, больше похожи на обыкновенные глаза, без каких-то, да, крайностей драматика и гамина. Мы увидим более, да, более мягкую, так сказать, более пухлые относительно драматика, более мягкие губы, особенно если на молодую фотографию будет смотреть, мы увидим более широкое, да, широкое лицо. И, в принципе, вот этот момент расширения, да, ли расположения глаз, вот эти все моменты. То есть мы с вами выйдем обратным вычитанием на натурала, вычитая драматика. И тоже мы задаем себе вопрос. Мы задаем себе вопрос, есть ли что-то, что осталось никак необъяснимым? То есть при вычитании, допустим, обычно какая проблема возникает? Если у вас вы разобрали часы, потом их собрали, и у вас остались лишние шестеренки. То есть вы сделали вычитание, потом сделали обратное, и у вас остались какие-то лишние признаки. Здесь остаются лишние признаки? Если есть, напишите, пожалуйста.